Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев, и сегодня у нас интервью с человеком, судьба которого для российских ММА очень небанальна. Это Магомед Заид Заидов. У Магомеда Заида были проблемы с наркотиками, но он вышел из этого состояния и теперь сам активно помогает зависимым людям. В 2019 году Заидов дебютировал в профессиональных ММА, а тренируется он в школе Абдулманапа Нурмагомедова. Прошлой осенью даже ездил на сбор Хабиба в Дубай. О своей жизни Магомед Заид в подробностях рассказал у Шатайки. Говорили мы за несколько дней до его боя на турнире Eagle FC, который пройдет 9 февраля в Москве. Приятного просмотра! Магомед Заид, ваш бой будет сейчас третий в профессионалах по счету, а первый вы провели в 2019 году, то есть 27 лет. Почему так поздно? Я как-то подмечал это в интервью вот после второго боя, что у меня не было любительской карьеры. Почему у меня не было любительской карьеры? У меня как такового не было рвения или стремления там, заниматься какими-то единоборствами или что-то в этом роде. Я просто жил обычной жизнью подростковой. Вот. И в то время, как мои сверстники, друзья, те же ребята сейчас, которые взялись, когда они вкладывали себя, то есть свою спортивную составляющую и рассматривали свою жизнь в дальнейшем как спортсмена, ну, рассматривали какую-то определенную спортивную карьеру, и у меня не было как такого ориентира. Жил обычной жизнью, но ходил в зал с ребятами, с крепкими ребятами, ходил спортсменами, ходил, вот. И, ну, так откровенно говоря, уже раз мы затронули тему, я жил такой более уличной жизнью, и не было мне времени или дела до тренировок или до выступлений и так далее. И получилось так, что спустя время просто какая-то осознанность, как-то переключился, нашел себе такой здравый вектор жизни и начал этого придерживаться. То есть во всех сферах, будь это социальной, там, я не знаю, будь оно там, я не знаю, финансовой, любой, ну, чего бы оно ни касалось, да, семейный, там, ну, более ответственный стал относиться к себе, к своей жизни и к своим интересам. И вот одну, вот этот стимул сам, соревновательный мужской стимул, он мне всегда, ну, был по духу интересно, там, футбол поиграть, побороться, там, что-то такое сделать. И вот мне когда предложили, Хабиб, он предложил мне в 19-м году в сентябре подраться, а я к этому времени уже как год начал в зал ходить. Предложил подраться в Казахстане, я как-то скептически к этому отнесся и, ну, вежливо отказался, поблагодарил. И спустя время, месяц, мне друг предложил, Дауд звать друга, он предлагает мне подраться, я тоже отказываюсь, он говорит, за границей. Теперь выясняется, за границей это на Кипре, а я за границей не был никогда на тот момент. И паспорт был сделан, но за границей не доводилось быть. И я говорю, ну, хорошо, я согласен, если они билеты нам берут туда-обратно. И все вот так как-то состоялся мой дебют на Кипре. Но хоть у меня не было любительской карьеры, драться я умел. Но это как-то в таком деструктивном ключе происходило на улице. Давайте это скажем по порядку. Но вы же ведь в любом случае пришли тогда в школу к Абдулманапу, получается, в 17 лет, вы рассказывали в 2009 году. Что-то же ведь вас туда все же привело, то есть, возможно, что было тогда какое-то желание. Да, вот, да, я вам как, ну, подметил недавно, вот это стимул соревновательный, он мне всегда во мне был, он мне нравился. Даже ранее, более в раннем детстве, вот в лет 12, я помню, даже раньше, по-моему, это было лет 8, я тогда в селе находился на летних каникулах у бабушки. Туда приехал друг дяди, и он привез с собой там своих племяшек с Москвы, он прилетел. А на тот момент он юношескую сборную возглавлял по вольной борьбе, друг дяди. И как-то пустили нас бороться, а я как такового понимания, приемы, там, я не знаю, проход в одну ногу, две ноги, там, ну, не было этих понятий. Просто, ну, грубо говоря, условно на инстинктах поборолся, и получилось, что я выиграл. И вот мне начали они там пророчить, из него хороший спортсмен получится и так далее. И я тоже это мимо ушей пропустил, пошел своей дорогой. А чуть позже, более, ну, вот когда уже пришел
дядь Монако, покойного дядя Монако, когда я пришел, на тот момент меня в зал привел брат мой старший, тоже покойный, его нет сейчас с нами, один из первых учеников, он дядя Абдулманапа, Шахрудин его звать. Вот, он привел в зал, и, ну, и мне нравилась вот эта комбинация всего, то есть бьешь, борешься, боевой самбо, только популяризацию она свою набирала здесь у нас в республике. Ну, вот с интереса пришел туда. Ну, к сожалению, на тот момент надолго не задержался, а, к счастью, уже удалось вернуться туда же. А сами тогда захотели прийти на боевое самбо? Или это именно брат заставил, так скажем? Не, сам захотел. Я же говорю, мне было симпатично там, в отличие от вольной борьбы, то, что там можно было делать все, там можно было бороться, бить, там, я не знаю, болевые приемы. Можно было все комбинировать. И как долго вы тогда на тренировки ходили? Сколько это все дело продлилось? Всего лишь 2 месяца, 3 месяца. 3 месяца я походил. А, вот, у меня есть одни единственные любительские соревнования. Я помню, потом в 2010 году у нас Кубок Кавказа состоялся по рукопашному бою. Вот тогда я каким? Ну да, 3-е место занял. У меня медаль даже дома есть до сих пор. 3-е место занял. И, ну, там все ребята дрались, кто сейчас в UFC дерется. Там Али Ахмедов, Тимур Валиев. Потом там... Ну, много очень ребят. Эмеев Рамазан дрался. Много ребят дрались там. То есть вы туда поехали на эти соревнования буквально после там 2 месяцев тренировок? Да, я даже не знал то, что эти соревнования будут. Не готовился целенаправленно. Я пошел на пятничный намаз в мечеть. Это находится, ну, рядом с этой мечетью, где мы совершали намаз. Федерация Панкратиона Республики находится. И мы выходим с мечети и смотрим, там ребята, молодежь собирается, и я так задаюсь вопросом, что они, для чего здесь и так далее. И говорят, вот взвешивание, завтра соревнования. И вот так записался. Ну, все-таки 2-3 месяца, ну, это прям совсем же ведь мало. Прям практически ничего, в общем-то. Да, я же говорю, у меня не было, вот в чем моя сложность вообще, где бы я ни был задействован или... То есть в прошлом, в чем она сложная заключалась. То есть я нигде не задерживался долго. Проблемы с дисциплиной, там, порядком и так далее. Что-то в этом роде. Ну, можно сказать, хотел вот эту подростковую жизнь, купался в этих иллюзиях, вот, машины, гулянки и так далее. Как это Абдулманап воспринял, что вы так мало позанимались? Скорее, я на тот момент даже не успел закрепиться у Абдулманапа как ученик, чтобы он вот как-то уделял этому внимание в том плане, что не было у него знакомства с моими, ну, отца у меня нет, то есть с моими родными, с дядями и так далее, чтобы с кем можно было это обсудить, мое поведение, мою дисциплину и так далее. Вот. Ну, я такой был тоже, своевольный. Ушел и ушел. И потом я оказался в Москве спустя год. Потом где-то лет 6 прожил в Москве, вернулся в 16 году. И в 18 начал уже заново тренироваться. А с Хабибом вы же были знакомы, то есть до того, как вы в зал пришли? Или нет? Да. Да, мы на одном районе жили с Хабибом. И мои старшие братья, ну, старший брат мой и его сверстник, они дружили. Вот. И ребята, с кем я тесно общался, старше, ну, постарше меня, они тоже с ним дружили, и ему так знали. Ну, он знал, кто я знал, кто он. И, ну, так между собой только общались в зале. Общались в зале и, ну, и на районе, когда виделись, общались. А потом вот уже, когда с Москвы вернулся, уже начали уже, ну, тесно общаться и довольно-таки хорошо дружим сейчас.
Расскажите тогда про уличную жизнь. Что вот вы имеете в виду под этим? Ну, потому что все-таки уличная жизнь, она разная, может быть, там у каждого. Тем более вы еще все-таки в Москву, как сами сейчас вы сказали, что целых 6 лет здесь провели, то есть достаточно долгий срок. Что вот вы имеете в виду под уличной жизнью? Уличная жизнь. Как я подчеркивал, это такая безответственная, своевольная жизнь. Я не находился дома, вот я, как сказал, находился в отъезде в Москве. У меня проблемы были с зависимостью, то есть употреблением. Вот, и это длилось, сколько лет, 8 это все длилось. И все эти 8 лет я тоже пытался найти какое-то решение для этой проблемы. Пытался естественным путем, как это делается у нас, там, врачи, клиники и так далее. Но не срабатывало это все. Когда довелось мне услышать, что есть, можно там реабилитироваться и так далее. И я вот зацепился за эту возможность и прошел курс. И вот уже сколько, более 4 лет, 5 лет почти я как бы, ну, уже хвала Всевышнему, не имею проблем с этим. И как бы сам уже практикую и как специалист, и как учредитель тоже являюсь такого же центра для зависимых людей, где оказывается помощь страдающим от алкогольной, наркотической зависимости, игромании и так далее. Какая у вас была зависимость? То есть все это может быть и алкоголь, это может быть игромания, ну или наркотики, что вот с вами было? Оно больше было связано у меня с наркотиками. Все начиналось, мы классика жанра такая, там, покурить с ребятами, чуть потом, чуть колеса там побаловаться. И вот зашло очень далеко, и то есть систематический ход все набрало, все было стабильно. Я вообще вернулся с Москвы. Я вот сейчас, видите, лицо у меня истощенное, я даже вес не сделал, еще 77 килограмм у меня, ну, 82, наверное, где-то сейчас. Я, ну, этот, то есть выгляжу как, а тогда я повернулся, я помню, я килограмм 70-69 весил. То есть зато организм был истощен, был худой, связи не поддерживал с ребятами, с друзьями, ну, условно, все сферы жизни были разрушены, и не было ничего здорового или здравого в жизни. Ну, было мало чего. Была надежда, вера, то, что я смогу, что Всевышний меня не оставит. Только вот соответствующих действий для того, чтобы получить результат, не было с моей стороны. Или, вернее, я не знал, как действовать. Вот. И прошло время, по милости Всевышнего, мне удалось найти решение и как бы я на сегодняшний день убежден, что у меня есть всегда выбор, у меня всегда есть решение, просто это решение нужно искать, и правильное решение, чтобы найти, нужен опыт, а опыт исходит из неправильного решения, то есть для чего вся эта философская тема, ну, к тому, что я убежден, что, ну, чем бездействовать и сидеть сложа руки, главное верить, надеяться и делать. Все это с вами в Москве началось или еще в Дагестане? Оно здесь началось, вот момент, когда я ушел с зала. Собственно, это и было причиной, наверное, почему я ушел с зала. Ну, там ненормально это было, чтобы ребята подобный образ или подобную тематику там поддерживали. И оно как бы шло в разрез там с взглядами, интересами присутствующего в зале и как бы белой вороной долго там оставаться я не мог. Но между и между, получается, выбор я на тот момент сделал не в пользу зала и не в пользу спорта. Ну, в Москву же вы, наверное, получается, поехали учиться или что-то в этом роде? Нет, в И нет? Москву я поехал просто погулять на неделю, и оказалось, что я там остался 6 лет. С ума сойти. Ну, то есть у вас там уже какие-то знакомые были, раз уж ехали У меня в не Дагестан? было целенаправленно, к кому я еду. Получилось Ага. так, что я приехал, потом в дороге узнаю, кто-то живет в Москве, потом с ним созваниваюсь, состыковываюсь, перекантовался, потом познакомился там и дальше больше вот так все складывалось.
А что это все облегчало, то, что у меня вот с детства, какой плюс в таких социальных науках, я думаю, ну, очень коммуникабельный человек, я могу с людьми общий язык найти. Вот. И как бы вот это все мне помогало с разным контингентом, там, с разными культурами, с разными традициями, людьми, взглядами, общий язык находить и как-то задерживаться. Самый кошмарный день вот за это время сможете вспомнить, именно связанный с вашей зависимостью, так скажем? Да, я помню этот день. Это, наверное, вот уже ближе к концу употребления. Я жил, долгое время жил в центре Москвы, то есть жил достаточно хорошо, и да, квартира дорогая, и деньги бывали, то есть приносили деньги. Ну, как оно обычно бывает, приносили деньги. Какие-то договоренности, я какую-то услугу оказываю, и мне, собственно, для баланса в ответ там деньги и так далее. И этот момент был, я уехал в коммунарку, это Подмосковье, за теплым станом, за МКАДом находится, уехал в коммунарку, жил там, и уже не было общения с друзьями, не общался с друзьями, даже с теми, что познакомился в Москве. И вот тупо вот день сурка у меня начинался. Утром пошел, потребил, вернулся. И тут эта тема. Пустота, вот сплошная пустота, ни связи, ничего, ни с кем никакого общения. И я помню, я позвонил другу, и я от него слышу, он мне говорит, я нахожусь там на реабилитации и так далее. А я к этому, ну, когда мне предлагали в 16 году в июне, в начале, я как-то отбросил это дело, мимо ушей пропустил, ну, типа, какая реабилитация, какой месяц там находиться, там, и так далее. Ну, как обычно, у меня тут всю жизнь я привык, легко все дается, и тут эти техники манипуляции, чтобы кто-то что-то за тебя делал, ответственность брал на себя за тебя. Ну, то есть вообще проблема любого зависимого в чем заключается? Нежелание брать ответственность на себя. То есть а реабилитация, ну, смысл в нем какой? Тебя приучает ответственность, вот как бы ты над своим мышлением, там, сознанием, привычками и так далее работаешь. И как-то отказался я тогда и в сентябре вернулся, вот поговорил летом, слышу, он говорит, я вот так нахожусь, я говорю, ну и что, работает эта тема? Он говорит, ну да, вот какие-то термины, там, конец любого зависимого, там, тюрьма, больница или смерть, вот эти проклятия, которые есть в сообществе. И я так сидел, слушал его, и все то, что он говорит, мне ну, отзывалось, понимал, что речь обо мне. Там нету никакой воды, никакой рекламы, ничего. И вот таким образом я вернулся сам с Москвы домой, даже не зашел, сумку другу скинул и сразу пошел туда. Пошел туда, провел там некоторое время, вышел, потом остался работать волонтером, потом начал учиться, ездить в Питер, потом начал практиковать как консультант. Потом появились уже более конкретные цели отучиться, вот, получить специальность, обрести специальность. Отучился в Москве, есть школа прогрессивной психологии Руслана Молодцова. Очень сильный специалист, один из ведущих в нашей стране. Вот отучился у него. И вот в прошлом году, вот сейчас скоро год будет, как я открыл свой центр. Вот. А как он называется, ваш центр? Решение. Решение. Центр называется «Решение». Вот. Ну, практикуем мы там 12-шаговую программу, всемирно известную, и самую эффективную в оказании помощи данным людям. И, кстати, она считается самым лучшим изобретением 20 века. Вот. И
Ну, еще плюс индивидуальный подход психотерапевтический к каждому клиенту в зависимости там, от его анамнести, от его взросления или там, его мировосприятия и так далее. В зависимости от его проблематики. В А каком вот виде ваша клиент. реабилитация именно, она сколько длилась, кстати? То есть вот с момента, как вы взялись, так скажем, за себя и до момента, когда вы уже полностью вылечились? Ну, вообще такого понятия полностью вылечились нет у зависимых. Ага. Есть выздоравливающие зависимые, есть то есть употребляющие зависимые. Ну, то есть я отношусь на сегодняшний день к выздоравливающим зависимым. То есть можно просто подчеркнуть срок реабилитации, момент готовности выйти из реабилитации, вот социализироваться, пойти. У меня он длился 40 дней. В среднем он минимум длится, ну, в разных городах, у разных специалистов, как я слышу, 3-4 месяца. Вот. Бывает до полугода, бывает до года и так далее. Но у меня через 40 дней уже, которые работники, сотрудники есть, они мне говорили, уходи, а я вот такой на страхе сижу, думаю, блин, если я сейчас уйду, а вдруг я старусь там и так далее. Они мне говорят, да-да, ты иди, ты уже готов, тебе надо вот социализироваться, типа не прячься за стенами. Но у меня с детства не было проблем ни в плане интеллектуальном, ни в плане каких-то волевых качеств. И я думаю, она, наверное, сыграла свою роль. В школе я хорошо, кстати, учился тоже. И, наверное, как-то познавательно для меня реабилитация проходила. Вообще суть в реабилитации в чем заключается? Тебе необходим перелом сознания, щелчок в голове. А что дает перелом сознания, щелчок в голове? Это новые знания и взгляд на жизнь через призму полученных этих знаний, то есть осознанности, которую ты обретаешь. Вот, и этого срока хватило мне. Как много вы встреч проводите с людьми, которым необходима реабилитация? То есть как много сейчас времени вообще всему этому получается уделять, учитывая, что вы все-таки еще и спортсмен? Ну вот, на данный момент у меня в центре находится человек 30. То есть два центра в одном, один побольше, другой поменьше, 10-20. И плюс еще в офисе их родных принимаем. То есть мероприятия бывают по созависимым. Потому как зависимость – это болезнь, но она не одного человека, это семейная болезнь. Если так метафорично выразиться, на экзотическом дереве, то есть ананасовом дереве не может расти гнилая груша. Значит, какое-то влияние в семье, в среде, где он формировался как личность зависимый, он тоже какие-то проблемы имел. Это не к тому, что среда это или семья его плохая или нехорошая. Но это просто данность, которую по итогу мы стали иметь. Вот, приходят родные в офисе, бывают. Ну, такой момент, момент подготовки я стараюсь делегировать, как бы раздать ответственность, кому чем заняться, и больше сам курирую работу персонала, сотрудников. И бывает, периодически прихожу с ребятами, беседую, потому что там тоже находятся ребята, которых я и ранее знал. Те же совпотребы из прошлого и так далее. Вот. Ну, есть ребята, есть с Москвы, есть с Ростова, есть с Германии привозили человека, с Казахстана звонили. Вот. Есть очень много людей. К сожалению, эта проблема, она, наверное, будет до конца дней наших. Мне один сказал в Москве, всегда будут люди, которые употребляют, и люди, которые живут с людьми, которые употребляют. Вот. Был ли какой-то тяжелый случай, который удалось спасти, так скажем, и сделать из этого человека, ну, обычного, нормального человека, который, в общем-то, выздоравливающего, одним словом, как вы сказали. Сможете какой-то такой вспомнить? Самый сложный. Смотрите, Илья, сказать, что был сложный человек, ну, там тяжело, вот, когда даже меня спрашивают, вы поможете нашему сыну? Я когда отвечаю, нет, не помогу, и они так, ну, родные так реагируют сразу, ну, как, в смысле? Мы вам платим, к вам обращаемся, типа, как не поможете.
Я им предлагаю правильно формулировать, то есть правильно воспринимать происходящее. Я им объясняю, что я предложу вашему сыну эффективную помощь, а результат положительный, то есть это уже стечение обстоятельств, пазл должен сложиться. Воля Всевышнего на него, его свой выбор, какой он сделает. Вот. Но я ему покажу, в чем он ошибался, и какой есть у него выбор. И как можно это сделать непринужденно, то есть ну, с желанием, ну, с осознанностью и так далее. А дальнейшее это уже его зона ответственности. И так сказать, кто есть, такие есть. Был у меня человек, который 5 раз, 6 раз я его укладывал на реабилитацию. Я вот к нему домой ездил, его забирал, это моего друга брат, я за ним ездил, забирал, потом его заманивали туда, как только его не пытались реабилитировать. Но после 6-й реабилитации он более 1,5 года уже ничего не делает, семью вернул, то есть у него семья, они уезжали к своим родным там, другой город, он и своих детей забрал, то есть одного ребенка забрал, одного оставил, с супругой хорошие отношения и как бы по нормам, нашим нормам их брак не считается распадшимся, потому что они, ну, как бы имеют право вместе жить. И по ЗАГСу тоже они не распались, как бы считай, ему удалось все-таки семью сохранить. Вот он дочь забрал, о ней заботится, сам работает и полезен себе, обществу. Ну, вот это можно сказать. Потому что у него всегда у этого человека была оговорка, почему он мог себе дать употребить, начиная с малого. То есть он употреблял до тех пор, пока полностью не взял за свою жизнь ответственность на себя. Когда он перестал ссылаться, почему это, почему то и так далее. Вот. Когда он начал осознавать то, на что он способен повлиять, и принимать бессилие в тех вещах, на что он не способен повлиять. То есть, когда он начал понимать, где бессилие, где беспомощность, где вот эта жалость, вот эти все процессы. Но Ну, это, для конечно, этого ему понадобилось 6 реабилитаций. да, это, конечно, интересный просто случай, действительно, 6 реабилитаций, ну, то есть самое главное не сдаваться одним словом. То есть, если получается, надо заново все равно пробовать. Да, и вот у него что-то уникальное случилось, и, ну, бытует такое мнение, что у человека самого должно быть желание. Самого должно быть желание. Ну, у этого человека было желание, но было желание сделать это, ну, как бы посредством другого человека. Как бы на себя не брать ответственность. Вот на словах я понимаю, я знаю, мне это надо, но я не поеду туда. И приходилось его доставлять в реабилитацию. Вот. И я к чему это рассказываю? То есть человек, который употребляет, его мозг, ну, даже логически поразмыслить, вот так, он не способен принимать зрелые решения. Потому что там полная дисфункция, там нету никакой фильтрации, что нормально, что ненормально. Поэтому зачастую родные, близкие люди принимают за них решения, и уже в процессе реабилитации кому-то удается внутреннюю мотивацию найти и по выходу ее взращивать, кому-то не удается. Вот. Вы практикующий психолог, а не было ли такого, чтобы к вам спортсмены обращались за психологической помощью? Ну, я не имею в виду сейчас про зависимость, а вот просто, ну, чтобы вы там с ними поговорили там о чем-то. Было такое ли случалось ли? Да, бывало, конечно, это опять же панические атаки, вот эти страхи, фобии и так далее. Бывало, что обращались. Но я как бы индивидуальным приемом таким полноценным еще практику не проводил. Проводил консультацию то есть психодинамику проводил, выявляли, ну, то есть откуда оно берет свое начало, и я их перенаправлял к своим друзьям, потому что я не успевал как бы и тренировки, и центр, и вот эта отдельная практика, как бы не успевал. И сейчас хочу вот после этого выступления у себя в офисе начать практиковать в этом ключе, потому что это очень актуально и это очень необходимо в наше время.
и помощь будет нашим ребятам. Я знаю много хороших, талантливых ребят, которые имеют очень большой арсенал, очень большой навык, опыт. Все они имеют. И вот до боя они просто перегорают эмоционально. Они перегорают, они подсаживаются, вот как бы беспорядок в голове, и он не дает телу работать. А первую тренировку помните свою, вот когда вы уже вернулись, так скажем, к нормальной жизни? Помню, вышел, я пошел в качальный зал, потому что я поступил туда 70 килограмм, вышел оттуда 94 килограмма Ничего себе! бока, худые руки, потом большой живот, ну, совсем привлекательным вышел. Вот, и думал, надо с этим что-то делать. Пошел в спортзал, в качальный зал, потянуться не мог один раз первый месяц. Потом начал железки поднимать, мениск порвал, оперировал мениск, долго не работал. Потом начал чуть бегать, футбол играть, опять мениск порвал, другую ногу левую тоже оперировал. То есть с 16 года я оба колена оперировал. Потом опять травму получил в голени. Там голень в голень ударился. И вот таким маленьким, такими сложностями дошел я до 18 года, до 19, до 18. И в 18 я уже начал ходить к нам в зал. На тот момент еще зал был старый у нас, прежний. Как восприняли там тогда? Восприняли очень хорошо, тепло. Кстати, и Хабиб сам очень тесно вовлечен в этот процесс оказания помощи. Очень многим людям помог он тоже, но которых я знаю, человек 50 есть, которым он помог реабилитироваться. Вот. Да, ничего себе. А каким образом он участвует? То есть в этом? Как-то финансово просто помогает или в чем связано? И финансово помогает, и которые есть люди, вот бывают, например, сложные люди, для которых необходимо какое-то авторитетное лицо, чтобы оно обратилось, вот, чтобы оно смотивировало, как бы уделял свое время, внимание, приходил к людям, сидел, разговаривал. Такой момент. Да уж, это и Я почему-то думаю, помогает, это не знаю. больше даже, я думаю, даже это больше стоит, чем финансовая помощь, потому что, ну, финансы, вот это в моем понимании вообще финансовая помощь, когда она излишняя, она как откуп идет, а вот это внимание, которое человек уделяет, оно дорогого стоит. Ну, вот этим способом можно и сказать, да, помог многим ребята из района, которые с нами вместе росли, которым многим он помог. Вот. Ну, вы же сейчас, получается, что член команды Хабиба. Вы сейчас в Дубае ездили, как раз таки на сборе были вместе со всеми, когда Хабиб к бою с Гаджетом готовился. Да, ну мне только под конец довелось там быть. Там половина команды улетели, и вот последние 3-4 дня до отъезда Хабиба и старших наших в Абу-Даби, мы прилетели в Дубай. Часть людей у нас остались в Дубае, часть поехали выступать в Абу-Даби, но вернулись оттуда вместе. Какие у вас планы в ММА? Есть ли какие-то цели? Или просто, так скажем, для себя выступаете, чтобы был соревновательный кураж какой-то? Вот, у меня на 21 год я себе так лежал там, фантазировал на этот счет и думал, не сколько фантазировал, имеется в виду, планировал больше, туда подойдет, планировал. Потому что раньше мог я фантазировать, оно все уже реальность. Планировал, у меня 2-0, сейчас третий подерусь. Ну, типа, в течение года я сделаю 3-4 боя. И 21 год буду, ну, больше своей работой заниматься. Потому что все же я считаю первостепенной моей занятостью и приоритетной должна быть то, чем я занимаюсь, то есть сфера реабилитации. И оно тоже своего рода требует внимания, времени, усилий в том же
повышение квалификации или там познание каких-то новых методик, схем и так далее. Вот. Я думаю, оно будет приоритетнее, ну и выступать планирую. Что ж, Магомед Заид, спасибо вам большое, что время уделили. Удачи вам в вашей карьере в ММА и в первую очередь, конечно, в вашей деятельности, связанной с помощью людям. Хорошо, всего доброго. Да, всего доброго, до свидания.